Привет, народ! Продолжаем с вами играть Crusader Kings 2. Вот недельку целую пришлось мне поболеть, восстановиться. Да просто голос пропал, поэтому запись видео, я считал, было бы нецелесообразно вести. А то хрипел бы тут, было бы не очень хорошо. Поэтому вот, восстановился, теперь можно спокойненько позаписывать видео. У нас продолжается пассивная война. Потихоньку туда я не пойду, вот сюда, в эту степь воевать, вообще плевать, территория один хрен под моим контролем. Если сюда кто-то подойдет, мы, конечно, его разобьем. А так, пока мы непосредственно владеем этими землями, процент победы будет все равно к нам идти. Так, что у нас вообще происходит? У меня денег сотка, 1100. Ломбардию надо будет отсюда выбить обязательно. Давайте поглядим, что у нас там. С кем воюют. Так, напал на персонажа король Марцин Пьяница. Перемирие и перемирие. То есть у него есть одна война, но даже не знаю пока. Так, а у нас уже есть возможность тоже напасть вот на эту часть. В принципе, было бы неплохо, да? До Мухалибида уже дойти. Так, что у меня с войском? 13 тысяч, 8 тысяч запас. Общество. Ну, пока Магус. Наивысшая ступень. Так, сынишка у нас вроде нормально. Давайте ему подарок пошлем, чтобы еще лучше с нами. И в депресняки, товарищ, ну, фиг знает. Ну, помрет так помрет. Может быть, кого из внуков удастся сделать. Так, кто у меня вообще там по закону? Вот сын, сын, внук, сын, сын. Декадент. Ну чё, становиться нормальным будешь? Ладно, пусть пока сидит. Хрен с ним. Дочь. Это вообще кто такой? Халиф, халиф. Ну, в принципе, бедуин. Не, нахрен. Так, давайте ей поищем более интересную партию. Так, где это вот она, да? А, нет, не она. Да блин, торможу. Ай, так, давайте еще раз. И так, заключить брак. И более некого, да? А как бы отменить? Вот так. Расторгли помолвку и... И посмотрим по кандидатам. Да, не очень все. Вице-герцог. Что-то мне это не нравится. Ни о чем. В общем, давайте посмотрим, может быть, в Аравию отдать. Так, пусть пока там побудет, может что-то и выйдет интересное у нас.
Так, вот я думаю, стоит ли накопить 2000 или уже сейчас объявлять войну Ломбардии, пока он нам сам это не сделал. Пока не закончилась у него тут война. А этот кусок, он все-таки мне пригодится. Так, наверное, все-таки объявим войну. И все. Так, это за какую территорию? Так, ясно, здесь. Здесь эту, здесь за вот эту. Ну ладно, полностью выгоняем его из Африки, а там уже поглядим. Ну давайте. Всех закинем. Так, ну эти пусть топают. Так, этих тоже посадим. Остальные что? Так, остальные вот тоже сюда. Ну и тут всех, короче, объединим все равно одну, а потом будем смотреть. Пусть забирает. Да вы гоните, что ли? Так быстро. Как же уродно. Хрен повоюешь с такими приколами. Так. Это где? Сирт под осадой. А, вот вы где, нифига себе. Гливники. Быстро организовались. Так, ну в принципе 21 тысяча. Заберем остатки потом.
Так, гвардия моя пойдет на правый фланг. Это все достойные мужи. Так, ну что, отправляем. Мы сразу в бой высадимся, я думаю. Хотя нет, наверное, сюда, потому что вот тут товарищи в 15 рыл ходят и не болеют. Кто ты? Блин, дочь что ли? Да что там случилось-то опять? Сразу задумались, да, смотреть такие опоза. Ух ты, народу что там. Берем остатки армии, 2000 тоже на дороге не валяются. Ну так-то неплохо развалили. Так, сколько здесь? Снабжение 11 тысяч. Здесь 21. Давайте по краю пройдемся. Ну, отменили. Так. Сейчас соединим армию. И будет нормально. Блин, мало так денег сразу. Много армия жрет, сильно много. Так, врагов вроде нет, чтобы высадились на нашей земле. А тут-то мы сами уж. А, сколько войска тут лазит, паршивцы. Давайте объединим пацанов. Отлично. Заколебали, уроды. И это вы кто такие?
Нифига себе. Скотина, еще один. Вот и посидите теперь в тюрьме. Дебилы, блин. Понимаешь, портят мы тут. В стране. Так, что-то тут расходились, я смотрю, товарищи. 5, 10, давайте побольше. Так, что у нас тут доступно? Гранд дебаты, Рамадан, знать евреев. Ой, доклад нужно, но он мне пока не нужен. 20% победы, маловато. Было и поболее. Партию ей бы найти хорошую. Давайте посмотрим, что у нас еще осталось из правоверных. Так. Ну, в принципе, еще раз в Амиат можно отдать. Например, сыну вот этого какого-нибудь. Сколько тебе? 1 год? Маловато. Ну, он и так на дочери женат. В Византии проблемки. Это очень хорошо. У Халибит мы скоро с ним будем сражаться. А вот Суламит. Да и сюда можно отправить. Все-таки. Так, он хотел на принцесс женить, да? В принципе, 10 лет. Ну, давайте. Так, хорошие навыки. Давайте что-нибудь вот эту отдадим. А что это не хочет? Вот есть внучка, но совсем молодая. Ну давай эту. Так, прекрасно. То есть товарищу этого сюда мы сейчас назначим. Так, вот сюда. Вот так. Красота. Одним словом. Так, мой внук. Теперь еще один. Заколебали, уроды. Не было печали, блин. Ну вот, хоть один отдумался. С глупой башкой подумал. Так, и, наверное, сюда надо 8000 и разгромить. Он тут силу-то несметную нифига не собирал. Ну, сейчас захватим эту территорию, и тогда уж точно.
тысяч он там бродит уже. Хорошо, по 7%. Ну и тут уже земля не очень так. Сопротивляется. Совсем чуть-чуть осталось. Так, ты что хочешь? Лидер восстания. Ну, в принципе, забирай. Так, культурка. Культурка — это хорошо. Легализм. Предельно обязательство по икте. Терпимость. Значительное положение женщин. А там что у нас со с законами? Положение женщин. Маршал может быть женщиной. Разрешается менять гендерные законы. И здесь маршал. Ха, прикольно. В принципе, неплохо. Так, благочестие тоже неплохо, да? Давайте эту технологию подключаем. Потом осадные машины тоже качнем. Слишком слабо у нас в этом направлении. Застройка замков, застройка городов, храмов, фортификация, строительство. Ну, совсем немножко осталось. А там у нас мегалазарет построим. И это будет сильно. Смог, не успел. Ой, ну ладно. Так, ну чё, давайте уже захватываем и на корабли высадку устроим. Атаку на этого гада. Отобьем свои земли. Офига ты умный какой. Высадился. Отлично, разгромили. Хорошо. Так, 4000. Он, может быть, пойдет сейчас туда, поэтому давайте-ка объединимся. Посадим пацанов на корабли и сделаем резкую высадку. Джигат. Блин, опять, куда полководцы-то все делись? Что за бред? Только что назначил. Так, прибудет сюда. Ну, давайте войск тоже отправим. Чё ж нет-то? Добьем остатки гадов этих. Отлично, построим форт. Да, все равно форт не спасает ни хрена. Че, тогда с этими посражаемся. У нас, в принципе, силы равны. Да, были равны, пока вот
сейчас не дойдет подкрепление. Ну, у меня там уже конница во всем. Фланги ломает. Так, ну и чё ты сдох? Пусть будет пока так. Посмотрим. Да вы чё, хотите её забрать в свои чертоги? Хотя... В принципе, пусть идёт. Ты чё хочешь, придворную? Ну, забирай. Так, внук. Внук у нас вроде неплохо всё-таки у него... с правлением. Между тем уже 98%. Это прекрасно. Давайте добьем быстренько этих взятов и спокойно свалим. Да, свалил аж 10 раз. Чтоб тебя... 76 лет, когда он умер от сильного стресса. Умеренность во всем позволяла ему достигать лучшего для себя и своих близких. Аллах видит Фраун теперь в лучшем мире. Ну, да, в самом деле был отличный у нас падишах, просто шикарнейший. Не знаю сейчас, как сын будет этот справляться, но посмотрим. Так или иначе, сейчас мы закончим войну. Здесь получить титул, это мне нафиг не надо. Так, это еще что за бред? А немного ли ты хочешь? Так, военный управленческий навык тебе все-таки больше, наверное, пригодится. Так. Вроде образованно, в герметистов так и не вступил собака. Так, и нам надо бы совершить хадж. Сейчас закончим войну и посмотрим. Так, 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 конечно же, наверное, все-таки это будет Танжер. И погнали по советникам. Великий визирь.
Сейчас разберемся с вассалами, с кем наиболее, кто более влиятельный. Так, вот, родственничек. Отлично, цель. Вырастить наследника, ну, раз другой пока нету. Отлично, батя почти, можно сказать, успел закончить войну. Теперь будем раздавать титулы. Но это чуть попозже, может быть, даже и вне записи. Всем спасибо за внимание, оставляйте свои комментарии, друзья. Всем пока.